Всем привет! Сегодня 31 декабря и хотелось вам пожелать ни золота, ни королевской власти, ни тех чудес, что выдумал народ, а просто человеческого счастья. Желаю вам, друзья, на Новый год! С Новым годом, граждане! С новым счастьем! Всех с Новым годом! Счастья вам и удачи в Новом году! Господа пимбалюги, с наступающим Новым годом! Ровных шаров вам! Играйте в пинбол! От всей души поздравляем команду неудержимых с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, процветания, а самое главное процветания нашему пейнтболу, настоящему казахстанскому. Всем салам алейкум. Поздравляю всех с новым. Всем пинбола. Балюгам салам пламенный от Намат Пинбол. Желаем вам в новом году новых побед, новых вершин. Вы на правильном пути. Привет, друзья! С наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, всех благ! Кто тренируется, тренируйтесь в спортзале, не бросайте. Кто не тренируется, блядь, всем в спортзал. Ставьте перед собой цели, достигайте их, и все у вас будет хорошо. Если никто не хочет, то нахуй ничего не делайте. Сидите дома, сука, пейте водку, блядь. Вот. А всем остальным здоровья, счастья. И ставьте перед собой цели, идите к ним. Всем удачи. Новым годом! Всем привет. Хотел бы поздравить с Новым годом всех наших желатиновых братьев, которые находятся в Республике Казахстан. Ребята, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы занимаетесь нашим любимым делом. Играете в пейнтбол. Продолжайте. Будем рады видеть всех на полях сражений. С наступающим Новым годом! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю всем, самое главное, здоровья! Всем тем, кто не играет в пинбол, начать играть в пинбол. Тем, кто играет, всем ровного шара, меньше входящих, ну и так далее. Поздравляю всех с Новым годом! Играйте в пинбол! Дорогие друзья пинболисты, к концу подходит 2016 год. Это в этом году у нас было проведено три этапа Кубка Казахстана по спортивному пинболу. Все три этапа удались очень замечательно. Спасибо за ваше участие, за вашу помощь в организации, ну и также всех руководителей, которые приняли какие-то посредственные, непосредственные участия. Ну и самое главное, спасибо всем командам, которые участвовали в играх, проявили свой характер, настойчивость, решительность. Ну и самое главное, что вы домой, большинство из вас домой уехали не с пустыми руками, с тазиками, ну и с медальками. Впереди нас ждет 2017 год, в этом 2017 году давайте организуемся также на три этапа, на Кубок Казахстана. Ну и соответственно прошу всех руководителей регионов организовать в своих регионах простой, незамысловатый кубок какой-нибудь, назовите его. Без разницы, как вы его захотите. Сейчас у меня кубок проходит, кубок бешеного хомяка в три этапа. Провели уже два этапа. Обыкновенная игра 3-3. Ну и что самое главное пожелаю вам? Не бросать этот вид спорта, двигать его вперед в массы, привлекать новых людей. Самое главное, спасибо вам, вашим семьям за поддержку, за то, что они отпускают вас в выходные на такую замечательную игру, как пинбол. Всем пинбола, всем Нового года, до встречи в Новом году, всем пока. С Новым годом, пинболюги! С Новым годом, ура! Что, пинболисты, с Новым годом 2017!